Семья переехала в новый дом, в какой именно стране, не уточняется. В общем, муж с женой решили кое-что переделать в ремонте, и когда снимали плинтуса, обнаружили фольгированные свертки, в которых находились деньги. Видимо, это была чья-то заначка. Всего нашли 16 свертков, в каждом из которых было по $500. Муж, конечно же, проверил все остальные плинтуса, но ничего больше, к сожалению, не нашел. Но и так неплохо найти на халяву 8000 баксов.
А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.